Здравствуйте, я Елена. Чтобы времяпровождение на кухне было максимально комфортным, а ремонт оставался как можно дольше свежим, в вашей кухне просто необходим глоток чистого воздуха. Именно поэтому я рада представить вам модель Паллада южнокорейского бренда Шиндо. Ультрасовременный наклонный дизайн с сочетанием тонированного и черного стекла шириной 60 см станет элегантным украшением вашей кухни. Сенсорное управление комфортно и практично. Легким нажатием можно установить необходимую скорость, включить подсветку и настроить таймер автоотключения. А индикатор загрязнения фильтра просигнализирует вам о том, что его пора помыть. Кроме того, Паллада оснащена функцией будильника. Теперь не нужно бояться, что ваше любимое блюдо подгорит и семья останется без обеда. Достаточно просто выставить нужное время, и по окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал. Если на кухне недостаточно света, то надежные поворотные галогеновые лампы легко справятся с этой проблемой и отлично подсветят рабочую зону. Надежный металлический мотор обеспечит долговечность и низкий уровень шума всего 36 дБ. Посторонние звуки не помешают вам наслаждаться просмотром любимого сериала или слушать музыку, пока вытяжка выполняет свою работу. А систему периметрального всасывания пара легко справиться с очисткой воздуха в помещениях площадью до 15 квадратных метров. Устройство может работать в двух режимах – отвода воздуха в вентиляционную шахту и рециркуляции, то есть очищения с помощью угольного фильтра. И, кстати, инженеры бренда позаботились о своих покупателях и укомплектовали вытяжку всем необходимым – дополнительным кожухом, антивозвратным клапаном, крепежными деталями и даже гофрированным воздуховодом. Модель Паллада от Шиндо – это совершенство, воплощенное в кухонной вытяжке. На этом я с вами прощаюсь и желаю приятных покупок. МВидео. Нам не все равно.